Итоги визита на Генассамблею ООН, встречи и переговоры в Нью-Йорке стали основной темой на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Премьер-министр, секретарь Совбеза, главы силовых ведомств и председатели обеих палат парламента обсудили и другие темы, напрямую связанные с поездкой российского лидера в США. В частности, как сообщает пресс-служба Кремля, на заседании речь шла о борьбе с терроризмом и экстремизмом.